Ты готова? Да, я готова. Отлично, тогда идем на взлет. Моя любимая фраза. Последний год и 3 месяца. С вами Лилия Донскова. И сегодня у меня гости Марина Каток. Это мой партнер из Республики Беларусь. И я неспроста пригласила Марину. У нас уже была встреча, и на той встрече ты так зарядила народ. Я думаю, что люди ждут продолжения, потому что как раз после нашей последней встречи ты пошла в крутое, да, такое масштабное развитие. Расскажешь немножечко про это? Да, конечно, с удовольствием поделюсь. Ты имеешь в виду развитие это в коучинг, в обучение? Да. Да, в обучение. Это было полгода, наверное, такого мощного становления, ну, именно меня. Когда мы куда-то приходим в новую сферу деятельности, мы же как все в основном хотим? Сейчас я приду и быстро все сделаю. А когда что-то не получается, мы воспринимаем либо со мной что-то не так, либо с бизнесом что-то не так, либо с людьми что-то не так. И получается вот такое, что-то не так. А вот эти полгода, которые были мощного развития для меня, и именно обучение коучингу, оно мне очень дало мощно прокачать личность на себя. И я приходила изначально, чтобы научиться и помочь людям, именно своим в команде, быстро начать расти, потому что у людей очень много блоков в голове. Что-то происходит не так. Вот люди все время думают, что что-то не так. А на самом деле все довольно-таки гораздо просто. С каждым человеком все ок, каждый человек классный и с огромным потенциалом. И если это принять и понять, тогда человек начинает быстро двигаться. И вот изначально, когда я пошла в коучинг, у меня была ключевая цель, задача понять ту формулу успеха, которая подойдет для каждого человека, которая даст рост. То есть человек личностно начинает расти, и потом, естественно, финансовый успех, он идет автоматически. То есть как только вырастает человек, тогда подключается финансовый рост. Что я могу сказать? Обучение мое все уже давно окончено. За это время я провела более чем 200 консультаций. Коуч-сессии, Ого! коуч-разборов, да, разного формата. То есть я протестила все возможные варианты, как и почему, сколько затыков у людей, почему не растут, что не получается. И вывела свои формулы успеха, которые сейчас хочу применять. Ну, я начинаю со своей команды. И даже вчера была невероятная планерка. Я прям сидела в потоке, я прям чувствую людей. И сегодня я чувствовала, что она энергетически сильная. И по людям я стараюсь дать людям показать, подсветить силу человека, чтобы он прям максимально поверил и делал маленькие шаги. Не надо за большими, надо маленькие, начинать маленькие шаги здесь и сегодня, то, что человек может, то, что ему понятно. И это обычные самые шаги. И сегодня прислала моя Юлечка сообщение, вот прям как в тему, как все надо. Она мне пишет: «Марин, это невероятно было. Я когда прихожу на планерке, я так зажигаюсь, мне так хочется жить, действовать. Я уже даже там сделала действие и пошла себе, потому что я сделала действие, купила себе белую розу». То есть цепочка взаимодействия, представляешь, какая? То есть люди вот здесь и сейчас, они делают. Вот, и я все, что у меня есть, вот эта формула, которая у меня сложилась, успеха каждого человека, стал применять в своей команде. Но на все надо время, то есть это не так быстро, но постепенно. Изначально это на себе, теперь я поняла, как это вообще, вот знаешь, самое главное, себя, вот эту почувствовать внутреннюю силу себя. И потом ты приступаешь к действиям, потом ты можешь передать этот опыт. И вот уже все состоялось, я настолько чувствую вот этот масштаб, силу внутреннюю, которую вот сейчас я готова делиться с другими людьми. Я начинаю со своей команды, и плюс сейчас подключаю работу с экспертами. Прям в большом объеме. Интересно. Расскажи поподробнее, что значит работать с экспертами? Во-первых, все очень классно сложилось. В нашей команде включать просто уникальная система. Я буду всегда безмерно благодарить лидеров, которые есть в команде, вот, которые создали эту систему. Это прям мечта была любого бы сетевика. Есть и будет, когда все у тебя есть. Знаешь, не как на хайпе люди вот поменяли компанию на хайпе, и быстро люди пришли и сделали результат. А именно когда у тебя есть готовая система, мощные инструменты, готовые, действительно, когда любой человек может с опытом или без опыта в сетевом взять и начать расти. Понятно, у кого есть опыт, те немножко быстрее будут. Но те, которые пришли, например, без опыта, они тоже будут расти с этими инструментами. Вот у нас в этой нашей команде включать это все есть. И плюс сейчас добавляет Женя Госеглова вот этот проект, масштаб для бьюти-экспертов Да. и в сфере ЗОЖ. Уникальный. И знаешь, вот это мое, вот это моя масштабность как личности. И вот коучинг мой. И я поняла, что вот у меня, знаешь, как сцепка произошла, что я могу это прям вот войти в этот масштаб и принести огромную пользу для, я не знаю, для многих людей. И, ну, для экспертов в первую очередь. То есть эти... Вот, и я сейчас хочу это внедрить, посмотреть, как начать проводить много офлайн мероприятий,
продумаю, как это, потому что я это еще не сделала, это для меня будет опыт, продумать как и начать это внедрять. То есть будет два направления в работе, вот так я могу сказать, с командой и онлайн, то, что я делала до сих пор, это будет внедряться и продолжать, тем более у нас там много задач стоит, Сербия стоит, я очень хочу, чтобы Танюшка моя поехала. А ты сама? И я сама, я, наверное, сама, вот честно, я буду говорить как есть, не настолько сильно хочу, но я очень хочу, чтобы поехала она. Вот это будет честно. Я очень хочу, чтобы поехала она. А внутреннее чувство, что я и так поеду. Вот у меня внутреннее чувство, вот я поеду, но другими параметрами. Ну, то есть я и так поеду, я это буду делать. Я Вот, так но я поняла, очень что ты топишь за свою команду, за своих партнеров, да, на полную катушку. Слушай, а можно тебе вопрос задать? А сейчас вот будут люди смотреть, да, наше с тобой видео, и вот это вот, знаешь, информация, коучинг для экспертов, там, ты. А можешь простым языком объяснить, кто может тебе прийти на встречу, с кем ты поговоришь, и у человека будет, да, какой-то определенный результат роста, развития. Кто этот человек, кому к тебе можно обратиться? Давай, так будет понятно. Во-первых, будем говорить так. Тот человек, который хочет развития, который готов идти в свой рост и хочет развития. Это могут быть эксперты как в сетевом, начинающие, например, онлайн-предприниматели, либо это эксперты будут, наверное, бьюти-эксперты с любой сферы. То есть это могут быть как и нутрициологи, это как могут быть и мастера сферы бьюти, прямахеры, массажисты, любой эксперт, абсолютно любой, он идет, если он готов идти в свой масштаб, готов идти в развитие. Вот это ключевое. То есть здесь будет концентрат сильного и сильного. То есть концентрат, знаешь, как самостоятельных людей, которые готовы взять на себя ответственность и делать действия. Им чего-то не хватает, они понимают, что уже выросли в своем кабинете, им чего-то не хватает, мне надо что-то, чтобы пойти в этот масштаб проявленный, заявить о себе и проявиться, и идти в свое продвижение, потому что очень много классных девчонок, которые хорошие мастера, но которые сидят в маленьких кабинетах. Они хотят развиваться, но они не знают, как это. И вот придя ко мне, я им покажу ту схему, как они могут быстро расти, как они могут развивать личный бренд, как они могут продвигаться. И через нашу систему масштаб они начнут очень быстро расти. Они вырастут в своем городе, в своей стране, возможно, даже за пределами. То есть они будут развиваться в нескольких направлениях одновременно. То есть здесь речь идет и про увеличение, в принципе, масштаба и дохода. Да, доход будет автоматически повышаться с увеличением. А слушай, а за счет чего ты это делаешь? Какие ты, да, ну, что-то делать будешь? Вот, например, я хочу увеличение дохода. Я сетевик со стажем, да, и я хочу в масштаб прям идти. Знаешь, как, вот, ну, например, у меня желание идти в международный, да, масштаб. Я сейчас работаю в основном в России, вот у меня получается веточка Беларусь, а есть из Казахстана люди, а я хочу вот вообще куда-нибудь на уровень выходить высокий. Почему? Объясняю, потому что по маркетингу, да, чтобы выйти до глобал, можно в рамках России работать, а чтобы идти в более высокие квалификации, соответственно, нужно уже быть, работать с международной, да, с международным населением. И вот я хочу в такой масштаб. Мне ты можешь помочь? Конечно, но я сейчас скажу в общих словах. Давай. Плотная работа, она, естественно, будет индивидуально. Но ключевое, смотри, у тебя огромное желание и готовность есть к действиям. Это ключевое, да? Я называю взрослая позиция. Взрослая, абсолютно. Вот, когда человек готов. Вот смотри, я сразу говорю, так, ты эксперт сетевой. Значит, у тебя идет направление именно в сетевом. И мы рассматриваем, когда приходишь изначально от человека, ресурсы человека, какие в нем есть, его потенциал. И там уже ряд идет того, как мы разбираем, какой, что у тебя, как, через сильные стороны разобрали, посмотрели, я тебе подсветила все, что у тебя есть. Даже когда мы раскладываем вот эту реальность того, что есть, ты будешь даже сама видеть, а как я уже буду знать? Ты уже будешь знать из того, даже как мы разложим твою реальность. И исходя из сильных сторон человека, ты начинаешь действовать. Мы выбираем стратегию работы, по которой ты будешь идти, например, в ближайшие полгода. И за эти полгода ты уже будешь идти к своему масштабу. То есть это не когда-то там, вот, первое определяем 3 месяца работу и дальше полгода. То есть стратегия над полгода. Но по шагам мы будем следить по месяцу. И за эти полгода ты уже сделаешь свой результат. И уже из увеличения ты будешь дальше масштабироваться. Угу. То есть это работа в долгую, да, с тобой? Не одна встреча, а нужно будет периодически с тобой встречаться.
Да, конечно, это будет работа минимум полгода, минимум, потому что по-другому не имеет смысла. Если это будет работа, ну, за одну сессию, понятно, это не сделаешь. Это надо будет работа в долгую. Но при этом человек будет быстро расти, у него за 3 месяца уже будет результат. Он тогда будет гореть и сам бежать впереди меня, потому что он будет расти уже. То есть, как сказать, это будут максимальные действия, исходя от возможностей человека, от того, вот знаешь, когда человек горит, он делает невероятные вещи. Невероятные, потому что он чувствует свою силу. И эта сила будет прибавляться с каждым днем. Будет прибавляться сила, энергия на эту реализацию. Это чувство офигенное, но я не знаю, даже его не описать в стоимость, потому что это просто вот это внутреннее чувство, когда ты понимаешь, что ты офигенная, и ты можешь это сделать. И я искренне желаю каждой женщине, чтобы она почувствовала эту силу. Я офигенная. Я создаю себя и иду в свой масштаб. Ты представляешь, каждый эксперт — это просто вот вау для эксперта, когда он идет в свой масштаб. Представляю. Конечно, мне уже хочется в масштаб идти. Это просто... Классно. Скажи, к тебе уже сейчас можно записываться на консультации? То есть, какие-то есть условия определенные, чтобы к тебе попасть на встречу? Да, это первое собеседование. Я буду видеть, могу ли я помочь человеку. Это ключевое. То есть я вижу человека, и мне важна его позиция, насколько он готов. Просто хочу, не прокатит. Ну, я сразу говорю, как есть. И когда человек приходит на первый созвон, это обязательно видеосозвон, в Телеграме я работаю, и я вижу, могу я помочь этому человеку, насколько человек готов, и я рассказываю, как мы будем работать, что мы будем делать. И если все у нас совпадает, и человеку тоже подходит, и я подхожу как эксперт, значит, тогда мы начинаем работу. Да, я сейчас возьму буквально, ну, я сразу начну с 5 человек, много я брать не буду, потому что это будет ограничено, это будет мой ресурс. 5 человек, которые готовы идти. То есть первые 5, кто? С кем у вас Да. будет совпадение, да, это будут счастливчики. Классно, отлично. Скажи, что ты хочешь сказать, да, вот нашей аудитории, кто будет смотреть? У меня аудитория разнообразная, но в основном это люди, женщины, которые уже имеют опыт работы в сетевом или это эксперты бьюти-сферы. Что ты им хочешь пожелать? Ты знаешь, я бы, наверное, хотела сказать одну ключевую вещь. Каждая женщина, будем так говорить, каждая женщина в этот мир пришла со своей уникальностью, которая есть в каждой. И очень важно ее понять и принять. Это ключевое — понять, принять. И я за то, чтобы женщина принимала свою уникальность и создавала новую версию своей жизни. Вот так бы я, наверное, сказала. Потому что мы знаем, как это было до, мы знаем, как бы мы хотели, и я желаю каждой женщине создать свою реальность, ту, которую она действительно хочет. Именно чтобы это было в балансе. Не просто увеличить доход, и, да, например, я хочу увеличить доход. Нет, я хочу, чтобы женщина создала свою новую жизнь в полном балансе и гармонии своей жизни. Чтобы все сферы жизни, которые у нас есть, чтобы они были все в гармонии. Не было надрывов. Чтобы все действия, особенно в профессиональной сфере, были в легкости. Чтобы в семье мир, покой, гармония. То есть, чтобы человек пришел к максимальной гармоничной жизни. Был баланс во всех сферах. Это очень важно для женщин. Когда она развитие идет легко, когда она достигает в профессиональной сфере своего достижения легко, доход приходит легко, тогда многие вещи делаются легко, когда без надрыва. Но вот это легко для многих, это не значит, что хочу делаю, хочу не делаю. Я всегда говорю, легко — это много делаю, но я делаю то, что мне нравится. Это ключевое, это раскрывает женщину. И в каждой огромный потенциал, огромный. Даже человек не представляет, даже сейчас я с тобой разговариваю, ты не представляешь, какой у тебя потенциал огромный. Просто вот, понимаешь, вот этот масштаб свой, если каждый человек примет, особенно женщина, я работаю с женщинами, особенно женщина примет этот потенциал, это будет невероятное, и она начнет развиваться, у нее будут, представляешь, какие гармоничные отношения в семье с мужем, потому что она будет в полном ресурсном состоянии, какое будет общение с детьми, насколько меняться начнет качественно ее жизнь. То есть это кардина, это вообще основа, наверное, вот всего, что есть. Поэтому, дорогие мои, создавайте прям максимально просто создавайте себя. Вот это вот откладывание, перекладывание. Упираем, даже об этом не хочу говорить. Просто идем в создание новой версии себя. И мой проект, который я все хочу запустить, создавай себя сама. Ну, наверное, к этому приду и запущу его наконец-таки. Вот он будет. Создавай себя сама. Это ключевое, то, что я хочу сказать всем. Классно.
Спасибо тебе огромное. Ты знаешь, вот просто мы поговорили с тобой буквально 15 минут, а я понимаю, что я сижу внутри уже какая-то расслабленная, улыбающаяся, да, и у меня идет поток, чистый поток мыслей. Как-то ты влияешь, очень, очень положительно влияешь. Здорово. Боря Еще так хочешь говорит. что-то сказать? Я просто понимаю, что у тебя огромный вот пласт, да, знаний, информации, самое главное, опыт. Опыт и компетенции, которые ты уже наработала за короткий период. Что-то ты хочешь еще дополнить? Я хочу поблагодарить тебя, Лид. Я хочу тебя поблагодарить как наставника и сказать, знаешь, про доверие жизни. Вот чего нам не хватает. Когда мы доверяем 100% всем обстоятельствам. Все, что происходит в нашей жизни, это просто должно так происходить. Хорошие события или плохие, они должны происходить. И когда мы доверяем 100% жизни, доверяем себе, принимаем себя и принимаем тех людей, с которыми мы идем в работу. Это самое важное. Когда мы доверяем себе и этому миру, у нас все легко получается. И помнишь, у нас был разговор, что я тебе как наставнику доверяю 1000%. Да. Это не просто так, и это действительно так. Если ты хочешь расти и развиваться, ты должен доверять тому человеку, к которому ты идешь, потому что это человек как проводник. Поэтому доверяйте себе, мои дорогие, доверяйте этому миру и растите, создавайте себя. Благодарю тебя, Левочка. Я тебя благодарю. Ты солнце. Все, ребят, Спасибо мы сейчас большое. будем завершать, и я вам желаю всем благополучия и найти себе такого человека-проводника. Возможно, это станет Марина, который поможет вам, да, ускорить в несколько раз вот этот путь от старта, да, и точки А в точку Б, куда вы хотите прийти. Потому что без проводника зачастую это сделать бывает либо очень сложно, долго, а бывает порой, что и нереально. Нужен человек, да, который подсветит, направит, поможет вытащить глубокие смыслы и зарядит на успех. Да. Спасибо тебе огромное, дорогая. Всех благ. Спасибо. Да, желаю тебе много-много счастливых учеников, да, клиентов, которые придут к тебе и получится очень классные результаты. Да, благодарю. Спасибо тебе.